А вы задавались вопросом, как развивался мобильный интернет? Все началось с интернета 2G. Он был медленный и непопулярный. С появлением 3G абоненты начали переходить на мобильный интернет, отказываясь от проводного. И очень скоро возникла потребность в более высоких скоростях. Тогда на смену 3G пришел 4G. А в 2014 году технология 4G+ позволила суммировать скорости сразу нескольких базовых станций. В ближайшие несколько лет нас ждет будущее мобильного интернета — 5G. С таким интернетом контент будет загружаться не просто быстро, а моментально. Давайте сравним скорости интернета от 2G к 5G. Популярная игра весит 40 мегабайт. Раньше она загружалась бы 14 минут, а сейчас вы даже не успеете моргнуть. Технологии, которые качественно меняют связь. МТС, ты знаешь, что можешь.